Привет всем! Вы в гостях у Гульнас Салями. Сегодня мы с вами приготовим еще один салат на зиму. Салат называется кубанский, и он очень вкусный и очень легко его приготовить. Нам потребуется килограмм помидоров, килограмм перцев, килограмм огурцов, полкило лука, а также килограмм капусты. Также нам потребуется соль, сахар, уксус, масло подсолнечное, светлое, нерафинированное. Ну, рецепт я вам, как всегда, напишу внизу под видео. Сейчас это нам надо все хорошо нашинковать. Кто как любит, кто может кубиками, кто продольно. В общем, как любите, так и шинкуйте. Нам надо сейчас все хорошо перемешать, чтобы каждая овощ пустила сок. Салат зимой получается очень вкусный, всем его рекомендую. При желании сюда еще можно добавить морковку, тоже полкило, но если мы добавляем морковку, то нам надо в этом же тазике будет проварить после закипания 5 минут и потом уже в стерильные банки разложить и закатать. Я раньше так делала, сейчас я делаю без морковки. Я вот это все хорошо перемешиваю, жду час-полтора, потом в стерильные банки закладываю и под горячую стерилизацию. Так мне нравится больше, так овощи менее развариваются, они наполовину остаются хрустящими. А если их варить после закипания 5 минут, то они более разваристые. Мне так не понравилось. Я в первый год делала по первому способу. Второй год решила сделать вот по этому способу, который делаю сейчас. И мне так понравилось больше, что вот последнее время я делаю его только так и больше никак. Так, это сейчас я без вас все хорошо перемешаю. Повторюсь, оставлю на час-полтора и дальше продолжу. Так, я все размешала. У меня уже при размешивании мои овощи дали сок. Он уже вкусный. Вы можете себе заложить в салатник и уже его попробовать. Но зимой он будет еще вкуснее. Значит, ждем час-полтора. Салат у меня простоял полчаса. Как говорила ранее, я собрала весь лавровый лист, потому что если его не уберешь, то потом уже зимой ваш салат может придать вам горечь. Так я уже оставляла, мне он не понравился. Вот еще долавливаю. И значит, это сейчас все разложу по стерильным баночкам. Сок он впустил. И вначале я ложу как бы вот гущу основную, ну а потом уже доливаю рассол. Накладываем наш салат.
пока наложила овощи, а потом в конце, чтобы рассол всем равномерно распределить, я просто добавлю вот так вот рассол. Разложила я салат по банкам. У меня получилось по 0,7 банок. И сейчас я отправлю эти банки на горячую стерилизацию. Вот так вот получается. Очень вкусный салат. Всем его советую. После закипания стерилизуем 10-15 минут. Дальше все как всегда, закатываем, переворачиваем и под теплое одеяло до полного остывания. До следующего дня. Так, первую партию простерилизовала, повторюсь, 15 минут. Вот так вот у меня получается. Сейчас я закатаю банки и все как всегда стандартно переворачиваем под одеяло и до полного остывания. Но обычно до следующего утра, дня, как успеваю. Могут они у меня и целый день там лежать. Вернее, 2 дня. Ну, в общем, у меня тут бьют часы. Время у нас 6 вечера. Так, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите моих новых видео, пишите мне комментарии. Всем пока-пока. А салат, он на самом деле очень улетный. Я его так и назвала. Все, всем пока-пока.